Ребят, в курсе 9 мы с вами добавили наш модуль в админку. Вот то, что мы с вами писали многие один ко многим, дальше заголовок, слуг. Сделали так, чтобы он также автоматом у нас набирался. Да, все набирается. Далее. Загрузку картинок. У нас они сначала не отображались, но мы с вами быстренько подправили URLs для отображения статики. И статика у нас с вами нормально начала отображаться. Далее у нас будет самозапись, куда вы потом по урокам в школе мы раньше делали вставить, захотите редактор и лайки. То есть все мы прописали. Можно уже будет в следующих уроках приступать уже к написанию представлений, чтобы сделать на создание записи страниц, все получится. Те, кто начал с этого видео, рассказываю, что начало обучения Python Django на сайте spb-tut.ru. Дам же ссылку и на эти курсы. Покупаете пожизненный доступ, занимаетесь с СПБ, потом уже переходите к более сложным вещам, как социальные сети и так далее, и так далее. В общем, будете писать. Спасибо.